подведем итоги уходящего года. Вот, ну, по сути, Роснефть, стопроцентная государственная компания, приобрела известный актив «Юганскнефтегаз». Я, конечно, большой начальник, но $10 заплатил за нее и пошел. Bem longe ouvi aquele nome inesquecível dos filhos da Angola. Хорошо это или плохо? Я думаю, что правильно, хорошо. Володя. Что, непонятно, что ли? Володя. Все все знают. Володя тому em defesa do povo angolano. Но нам-то с вами жить нужно сегодня. Володя. И жить хочется хорошо. Володя. Володя tombou na mão dos imperialistas que pretendem. На мой взгляд, все сделано абсолютно рыночными способами. Опасались, что контроль над предприятием уйдет в какие-то чужие, не очень добросовестные руки. Ерунда какая. Компания, я уже не помню, как она называется, Балтийская какая-то, не... да, Балтийская там инвестиционная, не Балтийская, а Байкальская инвестиционная компания. Это вообще на уровне искусства. Это, знаете, все равно, что начали футбольный матч по одним правилам, а заканчиваем по другим. Хорошо это или плохо? Я думаю, что правильно, хорошо. Володя. Что, непонятно, что ли? Володя. Все все понимают. Володя tombou em defesa do povo angolano. Но нам-то с вами жить нужно сегодня. И завтра, и в течение 15-20 лет. И жить хочется хорошо. Володя, o filho bem amado do povo angolano. Володя deu a sua vida por uma causa justa. Многие участники рынка тогда получали государственную, многомиллиардную государственную собственность. Хорошо это или плохо? Я думаю, что правильно, хорошо. Володя. Что, непонятно, что ли? Володя. Все все знают. Володя tombou em defesa do povo angolano. Все все понимают. Abaixo capitalismo, abaixo imperialismo, abaixo neocolonialismo, avante socialismo. A reação não passará, a opressão não passará, a luta continua até a vitória final, a luta. Но это просто фарс, понимаете? А ты... Надо прекратить вот издеваться над здравым смыслом. Ну, а чему вы аплодируете?